Привет, YouTube! Решаем задачу номер 839 из сборника Демидовича. Найти производную. Производную будем находить по правилу дифференцирования произведения. Но давайте для начала получим формулу для производной функции, являющейся произведением трех множителей. U, V и W. Итак, у нас произведение множителей U и V, W. Поэтому производная равняется. Производная U умножить на второй множитель, то есть VW, плюс первый множитель умножить на производную второго множителя, то есть VW штрих. В первом случае ничего не меняется, U штрих VW плюс. Во втором случае нам опять нужно дифференцировать произведение. U как множитель остается, а в скобках производная первого множителя умножить на второй плюс первый множитель на производную второго множителя. Равно. Теперь давайте раскроем скобки и получим U штрих V W плюс U V штрих W плюс U V W штрих. И мы получили, что производная произведения трех множителей равна производной первого на второй на третий плюс первый умножить на производную второго множителя на третий. И плюс первый множитель умножить на второй и умножить на производную третьего. Вот это выражение. Используя наши знания, давайте найдем производную данной функции. Первый множитель у нас x плюс 1, второй x плюс 2 в квадрате, третий x плюс 3 в кубе. Производная равняется. Производная первого множителя, то есть производная x плюс 1, это единичка, умножить на второй и третий множитель. То есть получается x плюс 2 в квадрате умножить на x плюс 3 в кубе плюс. Теперь первый множитель умножить на производную второго множителя. Производная второго множителя это производная сложной функции. Сначала берем производную внешней функции, то есть квадрат. Получается 2 умножить на x плюс 2. И еще умножить на производную внутренней функции, то есть производную от x плюс 2. Производная от x плюс 2 это единица. Умножить на единицу и умножить на наш третий множитель x плюс 3 в кубе плюс. Теперь первые два множителя просто переписываю. X плюс 1 умножить на x плюс 2 в квадрате и дифференцирую третий множитель. Опять у нас сложная функция. Дифференцирую сначала внешнюю, то есть куб. Получается 3 умножить на x плюс 3 в квадрате умножить на производную внутренней функции. Внутренняя функция x плюс 3. Производная x плюс 3 это единица. Давайте немного преобразуем это выражение. Вынесем все, что можно за скобки, а именно x плюс 2 и x плюс 3 в квадрате. Потому что в каждом слагаемом у нас есть такой множитель. Получается x плюс 2 умножить на x плюс 3 в квадрате. Что остается в скобках? В первом случае остается x плюс 2 умножить на x плюс 3. Плюс, во втором слагаемом остается 2 умножить на x плюс 1 умножить на x плюс 3. Плюс, и наконец в третьем слагаемом остается 3 умножить на x плюс 1 умножить на x плюс 2. Равно. Первые два множителя без изменений. X плюс 2 умножить на x плюс 3 в квадрате. В больших скобках давайте раскроем все маленькие скобки, чтобы в дальнейшем привести подобные слагаемые. Получается x квадрат плюс 2x до 3x это 5x, 2жды 3 это 6, плюс 2x квадрат, x да еще 3x это 4x, 4x умножить на 2 это 8x, 1 умножить на 3 умножить на 2 это 6, плюс 3x квадрат, x до 2x это 3x, 3x на 3 это 9x, и наконец 1 умножить на 2 умножить на 3 это 6. Равно. Первые два множителя без изменений, x плюс 2 умножить на x плюс 3 в квадрате. Что же у нас в скобках? X квадрат, 2x квадрат и 3x квадрат это 6x квадрат, 5x, 8x и 9x это 22x. И, наконец, 3 шестерочки – это еще плюс 18. Давайте из третьей скобки вынесем еще двойку и запишем. 2 умножить на x плюс 2
умножить на x плюс 3 в квадрате и умножить на 3x квадрат плюс 11x плюс 9. Это и будет ответом на нашу задачу. Всем спасибо за просмотр. Свое мнение и вопросы оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях.